Ты тебя заметили? Не-не-не, все в порядке. Не-не, заметили тебя. Только один. Один заметил. Все, нету. Как он меня вообще заметил? В окне вот тут вот так вот смотрел. Иди ко мне наверх. Я вот тут. Вертолеты почти здесь.
Помощник, ты настоящий герой, вот что я скажу. Бриксу невероятно повезло. Выживальщики вот-вот его заберут. Яков лишился своей уютной пыточной камеры. Но представляю его рожу, когда он узнает, что Грандвью теперь наш. Теперь можно его продать, наконец-то. Ты надежный человек, а я всегда это знал. Увидимся в логове, солдат. Будь осторожнее. Получить бесплатно выполнено. Да. Мозг человека потрясающая штука. Если начать в нем ковыряться, можно добиться поразительных результатов. Так, сейчас мы... Куда? Ну, я сейчас никуда не отпусти, значит, заберу. Когда условный стимул ведет к рефлексной реакции, в нашем случае это тренироваться, убивать. Ну, нифига не заберу, да? Добрые! Сейчас мы расстреливаем вражки. Центр ветеранов. Вы что, животные, что ли? Да. Небось, так голодна. Да. Ты знаешь, что уничтожить цивилизацию можно за 10 дней? Да. Лиши людей самого насущного, и они вернутся к своим первобытным инстинктам всего за 10 дней. Этого не понять, пока не испытаешь на себе. Я воевал в Ираке. Это было в 90-х. Десантные войска, смерть с небес, ура! Как-то мы попали в засаду. Мы с Миллером оказались отрезаны от основных сил. Еды нет. Связи нет. А до базы 200 километров на юг. Ну, мы и пошли. Но на третий день мы сбились с пути. На шестой. Кончилась вода. Знаешь, каково это, да? Тяжело глотать. На седьмой день у Миллера стали заплетаться ноги. Ты знаешь, что мозг начинает пожирать мышцы, чтобы выжить? Поэтому ты такая тощая. А на восьмой день появились волки. Я бросил взгляд на Миллера и понял, что нам крышка. И я смирился. Но в смирении была ясность. Я не просто смотрел на Миллера. Я увидел в нем возможность. Я не хотел этого делать. Но я был вынужден. Это было испытание. Видишь ли, жертва Миллера не просто спасла мне жизнь в пустыне. Она привела меня сюда. У слабых свой путь. Очень скоро ты это поймешь. Да.
Иногда прикольные такие пистолетики, что карамельные. Убей, убей! Да, проредим снаружи. Жертвуй слабость. Ты не герой! Да. Ты не герой! Неплохо. Труд, охота, жатва, жертвенность. Почему опять? Я думал, дальше продолжение будет какое-то. Я тоже надеялся. Достаточно силен. Тебе нужно выбираться отсюда, пока еще не поздно. Иди за мной. У меня на крыше поехал немножко по активности. Он уже знает, что ты готова. Смотри. Испытание. Видишь? Он все спланировал. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. И все, ты у него. Это твое второе я. Твоя жизнь. Он залезает тебе в голову. А ты не понимаешь. И вернуться нельзя, понимаешь? Вернуться уже нельзя. Идем. Тачка. Она где-то здесь. Нам нужна тачка. Почти пора. Я изучал маршрут. Другого шанса нет. Главное нет. Нет, нет, нет. Еще рано. Еще рано. О, черт! Черт! Нет! 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 Прости! Сам выбил, сам бросил. И нас не заметили, типа. Помощник, если ты слышишь, это Элай. Давай! Я не знаю, где тебя носит, но... Черт возьми. Мы, похоже, и правда разворошили осиное гнездо. Знаю, скорее всего, ты пытаешься спасти брата, но... Нам тоже не помешает помощь. Чем займемся сейчас? Короче, ты знаешь, где нас найти. До встречи. О, тут, блин, до рыбного места как раз добраться, знаешь, до рыбного места добираемся. Я не знаю, где тебя носило, но сейчас лучше поезжай к перегону. Куда? А, вот он. Был турбогриль. Там на экране показывают такое, что тебе лучше это не пропускать. Иду в наступление. Да не, нет. Цель обнаружена. Да, одного хватит.
Нет! Меня сбили. Повезло тебе. Не, подожди, а чё там куда ты? А, да подожди, ты опять меня за. Тут недалеко пешком дойдешь, машина едет. Это все из-за тебя. Ты по-любому протонул мне. Ты по-любому четвертое оружие. Это меня есть. Нет. Взял, стрельнул на нее, я улетел. Да, блин. А встань. А, это он убил. Что ты допустил? О, привет. Есть минутка. Кстати, да, давай посмотрим, есть ли на меня минутка. Нам надо помочь Скайлер. Была крутая удочка. А вы чё? Это Чавыча? Не, серьёзно, Чавыча называется. У меня испытание правильно? Чавычи поймана. Твою же мать, раз. Ты опять сломал гребаный генератор. Как же мне теперь открыть дверь и выходить самолет из нагора? Я сгоняюсь за шепотом. Пропущен и богом не взять, ты опять не закрыл люк, я тебя уволю нахуй. Я знаю один ход. Куда? Узнаешь, я тоже знаю один вклад. Ага. Я вот не знаю, у нас похожи? Не, скорее всего, похожие у нас. Только... Да, ты решил этим заняться. Падла! Давай, открывай. Если бы я знал, как открыть, погоди. А где ты? А, все, понял. Тут задание им. Тут прям? Да. Вот, видишь? Вот.
Меня зовут Скайлор. Скайлор Курс. Вы, может, обо мне слышали?